А это что, пап? А, знамя, такое знамя стало, это Ванеева. Да, Ванеев, да. Ванеев, главный редактор. Сергей Н. Ванеев. Получит что-нибудь. Да. Николаевич, да. Одноклассник мой. Да. Я там говорю, что сам. Еще чего? Это кто прислал Бессона? Бессона, например. Который с бородой был? Ну, он одновременно был с бородой, да. Это что, сумка? С картой узловой. А, нет, Тульской области. 25 лет. Губернии. 225 лет. Ух ты. Строил обе заводы, город. Вот сюда нет, видишь? Угу. Могу я? Извиняюсь. А я тебя никогда толку в лицо вот не помню. Толку не знаю. Подожди, не шевели. Ага. Здесь какой-то молодой, моложавый. Да. Угу. Завод, вот этот, 10 лет, который, они выкинули вот эти Ванеев и Мазин, выкинули эпизод, где я описываю, как мы на одном совещании в Туле были. Угу. С Пригожиным, Альберт Леонидовичем, Альберт Леонидович говорит, Борис, посмотри, сейчас будет незабываемая картина. Идет Федунец со свитой, идет и рассказывает анекдоты. Все ха-ха-ха, услужливо так хохочут, значит. Подходит к столу, к нашему там, а там на столах поставлено было там закуска все всякое, значит. Вот, а покушаешь, потом оплачиваешь, официантки ходят. Они говорят, Иван Иванович, пожалуйста, холодец. А он, значит, да, это, рассказывает это, анекдот, а там вытаскивает бутылку водки столичной, стакан полный, такой тонкий стакан, 250 грамм, ему наливает, он прерывает анекдот, заглатывает и продолжает анекдот. Все ха-ха-ха, закончил. Не запивая, не закусывая. Ему подсовывают вот эти плебеи. Mm-hmm. Иван Иванович, закусите, Иван Иванович. Он говорит, еще анекдот, еще лучше. И начинает рассказывать. Там вытаскивает еще опять бутылку, опять наливает. Он опять хлобыстит. И только Иван Иванович, это холодец, это самое, заливное, закусите. Он закусывает, морда только красная стала. И вот два стакана, вот так, между делом, вот это во время анекдота. И ты думаешь, что он пьяный, что ли, он был? Крепкий был. Он после этого увидел меня, говорит, Борис, ты это домой как едешь? Я говорю, да я с Альбертом Леонидовичем. Он говорит, я тебя прошу, езжай на моей машине с моим шофером. А там такой Шарапов был шофер такой. Он говорит, и не давай ему выпить и заезжать во всякие магазины. Ты доведешь его до гаража, и то потом уйдешь, значит. Mm-hmm. Ну и я Альберту говорю, вот Иван Иванович велел с ним ехать под контроль. А он задерживается, этот самый Иван Иванович. Ну и мы с ним поехали, так он раз пять пытался меня остановить. Проезжаем вот там, вот Быковка, Калмыки там, и в магазин сунуться, чтобы взять бутылку. Я говорю, не, ни в коем случае, езжай домой. И в общем так и не дал его, значит, он так обозлился. Ну вот такой вот эпизод. И они этот эпизод выкинули из моей. Ну, якобы порочащие, как я. Ну, порочащие, это же правда. Это же правда. Это же правда была. Зачем?